значении буквы О сообщает обладателю имени развитую интуицию, способность испытывать глубокие чувства, а также ставить перед собой четкие цели и добиваться их. Люди с таким именем обладают высокой стрессоустойчивостью, постоянно стремятся к роскошной жизни и умеют зарабатывать много денег. Люди с буквой И часто не умеют контактировать с людьми, но это не мешает окружать себя преданными товарищами. Частые разочарования и страсть к экстриму наделяют владельцев этого имени гибким характером, но зачастую они лишены истинного счастья в жизни, которое заменяет упорным трудом, часто перерастающим в трудоголизм. Буква И в имени говорит о неполноте и чуждости. Часто люди с гласной О склонны к консервативному образу мыслей и принципиальность сковывает их возможности. Иногда владелец этого имени – это творческая личность, устремленная в будущее. Звук Е предполагает возможность нервных срывов на почве непростых взаимоотношений с близкими людьми. Если буква Е является ударной в произношении близких, то эти люди всегда могут расположить к себе других людей и заслужить авторитет. Людей с этим именем считают добродушными, может быть, немного наивными, но всегда готовыми прийти на помощь, отзывчивыми и бескорыстными. Носители этого имени с буквой В, возможно, ждет отход от истины к заблуждению. Кроме того, они иногда находятся в вечном поиске чего-то, что понятно только им. Иногда буква И в этом имени может провоцировать сильные приступы страха за свое благополучие и своих дел. Люди с этим именем думают прежде, чем совершают поступок. Они дипломатичны и тактичны, умеют приспособиться в любой ситуации и чутко улавливают дисгармонию в окружающих людях или предметах. Люди с этим именем редко бывают физически сильны и выносливы в отличие от людей, у которых нумерологическая цифра 1. Если по каким-то причинам решение жизненной проблемы заходит в тупик, то такие люди становятся неуравновешенными, нервозными. Звук В в этом имени заставляет человека сначала тщательно планировать свое будущее, а затем биться за выполнение своей фантазии. Буква Е придает характеру сразу две особенности – бесхитростность и стремление к власти. Если преобладали властолюбивые помыслы этих людей, то они видны сразу невооруженным глазом. Потребность к самовыражению, обмену идеями, склонность выступать в роли посредника, проницательность – вот главные принципы этого имени. В отношениях владельца имени проявляет инициативу и очень часто собственнически относится к партнеру, считая себя единственным спасителем. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.